как проходит прием у проктолога? Пациент приходит к доктору, рассказывает свои жалобы, собирается краткий анамнез его жизни, его заболеваний. Затем он проходит на кушеточку, раздевается, снимая все снизу, одевая при этом смотровые шортики. Проходит на смотровое кресло. В отличие от поликлинического осмотра в колено-локтевой позе, в клинике осмотр проводится на смотровом кресле. То есть пациент лежит лицом к доктору, лицом к миру, существующему вокруг его. Проводится, если по необходимости, обезболивание с помощью лидокаиновой мази. И все, что происходит, все, что доктор смотрит, выводится на большом экране, который стоит перед пациентом. Все это записывается, фотографируется, и когда пациент встает, одевается, присаживается за стол к доктору, мы обсуждаем, показываем, отвечаем на все вопросы, которые возникают у пациента, показываем это уже на экране здесь компьютера, и обсуждаем возможные, производится постановка диагноза, объясняется пациенту, почему, что, где, как развивается, по какой причине. И рассказываются максимально возможные методы лечения в данной ситуации, при данном заболевании, при данной стадии. И выбирается максимально подходящий метод лечения для пациентов. Фотофиксация осмотра, она позволяет более детально разобрать заболевание и наглядно показать пациенту, что у него происходит, какие изменения. И второй момент, это полезно для доктора, для того, чтобы в процессе лечения можно было отследить динамику заболевания, улучшается, ухудшается положительность динамики. И автоматически, ну, естественно, показать это пациенту. Зачастую страх похода к проктологу у пациента связывают с болезненным ощущением при осмотре. На самом деле это не настолько болезненные ощущения, насколько зачастую пациент терпит долгие года при обострении геморроя. Походы и осмотр проктолога – это не больно, не страшно, это достаточно комфортно. Если у вас возникли какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте в нашем YouTube-канале. Геморрой после родов – это не проявление беременности, это не результат, это не обязательное сопровождение родов.